Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Сегодня мы с вами посмотрим на хоррор под названием Passing by New Forest. Это то ли приквел, то ли сиквел, то ли хериквел, то ли что-то, короче говоря, к игрушке под названием Pineview Drive, которую мы с вами успешно прошли, где мы дали, так сказать, по пипке клоуну, который постоянно пытался над нами издеваться, пугать, прятать от нас ключи, еще что-то. Я помню его страдания, я помню, как он молил меня: пощади меня, пожалуйста, но я его не пощадил, естественно. Итак, собственно, мы в лесу, насколько я понимаю. О, у нас есть фонарь. Замечательно. Прошлая часть у нас была в доме. Эта часть у нас, судя по всему, будет в лесу. Ну, просто огонь вообще, даже не знаю, что сказать по этому поводу. Куда-то надо идти, наверное. Никакой карты, короче, ничего здесь нету, это все печально. Я играю в нее до первого скримера, потому что я знаю, что скримеров здесь просто в миллиард. Потому что разрешение у нее не меняется немножечко, а я не могу. Не могу. Тихо, спокойно. Звук прибавлен, то не слышно ни хера. Возможно, даже сейчас на экране анимации прибавления звука появилась. Я не гарантирую того, что ее не было. Потому что она редко у меня вообще появляется. А сейчас почему-то взяла и решила появиться. Ну да ладно, это не самое страшное. Короче говоря, если во время скримера игра будет проседать, то я быстренько подрублю бандикам себе вместо Фрапса и буду записывать им. Потому что Фрапс ее немного проседает. Ну да ладно, ничего страшного. Я думаю, пока ничего страшного с нами не случится, мы идем с вами по лесу. Просто ходим по лесу. Чистый лес такой, довольно убранный. Все, в принципе, хорошо, замечательно, красиво. Ничего страшного не происходит. Куда идти, я не знаю. У меня есть фонарь, это самое главное. Фонарь, который светит не чисто под ноги, больше он никуда не светит. Вот такой вот фонарь. Это ж классно, на самом деле, а чего нет-то? Фонарь, светящий под ноги, это всегда хорошо. Главное, не спотыхнешься. А что там впереди происходит? В рот тебе вообще насрать. Тебе до этого как-то фиолетово абсолютно. До этого фиолетово. Смотри, как нормально звучит. Ты просто идешь вперед. Просто идешь вперед, смотришь себе под ноги, чтобы не спотыкнуться, чтобы не раздавить хомячка или зайца. А возможно, какую-нибудь маленькую лесную корову, такие тоже, скорее всего, существуют. О! О! Вот, я понимаю, музычка пошла, ты слышишь ее? Тревожная такая. Сейчас ноту попаду, возьму. По-моему, попал. Не факт, конечно, но да ладно. Мне не очень хорошо слышно. Потому что за моим, так сказать, гульдежом мало вообще вероятно что-то услышать. Куда я иду? Что это было сейчас? А, я походу не один. За мной тоже что-то идет. Ты слышишь? Смотри, тихо. Вот сейчас прям... Все. За мной только что кто-то шел. Может, звуки ходьбы отстают? Но, по-моему, вряд ли. Нет, сука, кто-то идет. Кто-то за мной идет. Наверное, тот самый клоун. Он ведет меня к себе в поместье, чтобы потом я бегал и дергал его за пипку. Ну правильно, ему скучно. Ему же надо, чтобы кто-то дергал его за пипку, хоть как-то развлекал его. Вон там что-то синеется вдалеке. Я, наверное, к этому месту иду или что? Пока немного непонятно. Вообще, на картинках на самих, на загрузочном экране, по-моему, было изображение какого-то дома, то ли крыльца, то ли что-то того. Опа! Спокойненько. А вот и они, собственно. Вот и они. Что это сейчас было? А звук-то тот же самый. Звук скримера, короче, как в Pineview Drive, когда там то ли крыса пробегает, то ли мышь, то ли кошка, то ли чё. Короче говоря, звук, после которого появляется ключ. Но здесь, судя по... Да иди нахер, слышь ты, я тебя не боюсь. Я лучше посмотрю на красный клен. Видимо, осень на дворе. Потому что если листья красные, листья желтые, и это обычный среднестатистический евразийский лес, то, скорее всего, на улице осень. Другого не дано, потому что в нашей, по-моему... Во, пожалуйста, крыльцо! В нашей лес... Да идите нахер, не боюсь я вас, что вы тут за мной шарудите? Собаки. Во, я пришел, все отлично, я выиграл. Я прошел этот хоррор. А вы говорите, страшно. Нет, всего-то надо по лесу дойти до будки. Набрать дров, завалить печь... Зажарить ее, точнее. Ну, зажечь. Ну, вы поняли. Ну, короче, чтобы согреться. И все будет хорошо. Радует меня то, что здесь батарейки бесконечные. Потому что в Pineview Drive в самой... Как-то можно интерактировать с объектами, нет? В самой Pineview Drive батарейки были конечные. Это было самое ужасное вообще. Я постоянно, по-моему, ходил со спичками. Да кто там ходит, ты?
Не, возможно, на эти страшные звуки я должен замечать какое-то лицо там или что-то, но я что-то ничего не замечаю. Вижу качельки, вон болтаются, ну и что дальше? Ну, ветер на улице. Да все это вполне объясняется стандартными природными явлениями. Качается качелька, дует ветер. Краска зеленая, кровь инопланетянина. Ну, это все стандартно. Как бы все это понятно. Пойдем наверх. Может, там что пострашнее будет. Не, ну так замечательный хоррор, на самом деле. Да прыгни ты уже. Я прям чувствую, как мои ляжки стилает теплая жидкость. Серьезно вам говорю. Это сарказм, если что. Я умею. А то мало ли среди вас есть Шелдон. Мало ли Шелдон Купер смотрит мои летсплеи. И он же плохо понимает сарказм. Мы все это прекрасно знаем. Нихера, для кого такой огромный интерес сделали? Скажите, пожалуйста, же неудобно на нем сидеть. Ванна вся какая-то. Вам надо ванну починить. Чуваки, есть же такие специальные фирмы, они делают ванну в ванной, представляете? То есть даже ванну вам вашу утаскивать не надо будет, просто тупо, короче, вам новую вклеют. И, по-моему, ваша станет немножечко поменьше, но зато не такая грязная и не такая старая, как обычно. Да кто там по кустам-то же рудит? Ну не страшно, ребятки, ну вы чё? Чего вы меня хотите напугать кустами? Я-то думал, в отзывах писали, что люди просто там получали инфаркты, тройные там эти, еще что-то, еще то-то. Но что-то я пока нихера не вижу. Ну, болтаются качельки, ну да, это страшно. Там вон еще одна домушка, по-моему, была. Пойдем туда. Может, там чего пострашнее будет. За мной бегает лиса. Скорее всего, за мной бегает просто обычная лиса. Она хочет пожрать. Она знает, что человек ее может накормить, поэтому она идет за ним. Вот и все, а вы боитесь. Вот, пожалуйста, плита. Лиса, заходи. Садись вон туда пока, а я сейчас что-нибудь приварганю по-быстренькому. И все. Делов-то. Смысл какой в этой игре? Кто не знает вообще? Просто походить, послышать шорохи или что? Я пока не понимаю смысла. Ну да ладно, мы сейчас с ним разберемся, с этим смыслом. Он по-любому появится где-нибудь. Хотя я не удивлюсь, что он не появится. Потому что после прохождения Pine View Drive я так и не понял вообще всей соли игры. Оу, оу, смотри, птичка. Ну, я же говорю, ну, мышь летучая. А вы говорите что-то страшное. Всего лишь летучая мышь летает. На то она и летучая, чтобы летать, правильно? Как открывать объекты? Мне не было никакого управления. Ну, где ты там, мышь? Давай покажись. Не, ну если они меня собрались пугать одной лишь музыкой, причем к которой я уже привык. О, кровь серого инопланетянина. Смотри, краска здесь, видать, подсохла маленько. Там свеженькая зелененькая была, а здесь, короче, серенькая, вообще тухленькая уже. Судя по всему, сюда капнули гораздо раньше, чем туда. Ну ладно, пойдемте еще на выход. Пойдемте попробуем найти следующий дом. Я пытаюсь все по окошкам посмотреть, кого-то испугаться, но пока мы с вами видели только летучую мышь. Летучая мышь, да, она может меня напугать, тем более я, как вы успели заметить, сижу опять в беленькой рубашке. Это означает, что летучая мышь... Опа. Нихера себе, каморка Гарри Поттера. А это означает, что летучая мышь может на меня сесть, потому что летучие мыши садятся на белые, это я знаю. Они любят белый цвет. Дайте я возьму топор. Возьму топор, зарублю мышь. И не будет больше ко мне никто шрудить по кустам. Ну и ладно. Я надеюсь, мы до конца дойдем здесь. Иду по дороге. Ну здесь, в принципе, нет никаких других путей. Аж борода зачесалась от страха, представляешь? Ух, сарказм из меня просто так и прет сегодня. Прям так и... Да что ты там своими маракасами этими моими вот... По кустам, да с маракасом. Ну, конечно, это будет страшно для тех, кто не понимает в музыке. Возможно, для какой-нибудь там этой... Кто там пел песню про маракасы? То ли Наташка Королева, то ли блестящие. Я не слушаю такую музыку, не надо мне так говорить. Просто я как бы слышал, что там мы с тобою та-та, поиграем ча-ча-ча. И закрает огонь, настилает земля. Этой ночью с тобой мы танцуем ча-ча-ча. Эй, ты падла в кустах, выходи ты ко мне. Выноси ты баян, мы с тобою трям-прям-прям. Как в этом, в песне. Трям-прям, как там песня была. Какой чудесный день, а, какой чудесный пень. А-а. Работать мне ли не лень, поэтому я пень. Вот такие детские песни раньше бы, если бы включали, то я бы вырос дебилом. А, ну, так как раньше включали нормальные песни, я вырос не особым дебилом. Ну ладно, куда я иду-то? Мы с вами обшарили две домушки, из всего этого увидели только летучую мышь и шорохи в кустах. Опа! Иди сюда, где ты? Сука, пойдем, я тебе сам нажму. Ты слыхал? Нет, слыхал? Клоун появился. Пипка к нам пришла в гости, наш товарищ этот, клоун старый. Мы все его прекрасно помним, я про него и говорил. Я так и говорил, что это он. А он спалился, потому что он, наверное, спотыкнулся там или случайно себя за нос почесал, и в итоге пипка сработала у него. А, не, я же не за нос его теребил. Я теребил пипку отдельную, которая лежала на нем.
трубочка такая. Клаксон раньше на эти, на велике ставили такие, чтобы ехать, короче, если бабка впереди идет, если ты не хочешь бабку сбивать, ты должен был пикнуть по этой херне, там бабка в панике просто в шорохе от тебя резко с дороги, короче, отлетает. И ты спокойно дальше продолжаешь свою дорогу, вот и все. Я не знаю, может быть, кого-то напрягает эта атмосфера в игре. Меня пока что нет. Опа! Оу! Где ты? Здорово, чувак, покажись. Я просто как бы еще пытаюсь немного отвлечься от нее. Ну, вы же понимаете, если здесь в атмосферу влезть, то можно, наверное, и обосраться от каждого шороха. Но я стараюсь рассказать вам веселые истории. Как в этом? В Ералаше. Я сегодня что-то прям на песни подвязан, прям песни вам пою и пою. Как там начинается? Мальчишки, девчонки, пара-пара-папа, а также их родители, пара-пара-папа. За пипку клоуна, пара-пара-папа, подергать не хотите, пара-пара-папа. Веселые истории, и клоун расскажет наш. Веселые истории, за пипку подергать дашь. Ра-та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та. За пипку подергать дашь. Пара-бара-пам. Пу. Сейчас вот просто вот к месту была эта фраза, потому что песня вышла не очень, это я понимаю. Но я хотя бы подвязал. Да иди нахер, ну! Я хотя бы подвязал пипку. К месту, так сказать. Откройте дверь. Не хотят. Да кто вот, где он? Да хотя бы показал, что ли, не знаю, мы уже... Чё это? А, я думал, ключ. Мы уже с вами столько времени, короче, здесь бродим, ходим, как-то пытаемся шариться, что-то делать, но до сих пор, короче, ни одного скримера не было. Вот сейчас FPS-ка немного просела. Возможно, нам подготавливают скриптовую вставочку. Возможно, она уже прогрузилась, и сейчас она появится. Ну да, действительно, потому что музыка поменялась, только что-то слышал, она стала более грубой уже. Во! Вот это я сейчас чую, сейчас что-то будет. Сейчас что-то случится. Я уже прям чую, как подхожу к месту скримера. Прям сейчас он будет. Я даже дернусь, наверное, не дернусь. Кто-то из вас дернется, я нет, потому что я готов уже полностью. Сука, я был к этому готов. У меня аж капслок включился, я дернулся. Я не знаю, если эти... автоматический, короче, как с моего энергоуправления. Это все, что ли? В чем прикол? Нам просто надо было дойти до скримера или что? Не, ну вот этот дом мы с вами видели, да? Вот этот, вот, который сейчас в заставке. Видно вам заставку? Не знаю, здесь колодец слева, справа дом, качелька, в котором только что бродили. А, есть, короче, вариант, возможно, пробежаться побыстрее. Просто прощемать вперед, например, до того места, где нас сейчас поймали лапы, и посмотреть, действительно ли там все так страшно, как нам предсказывали. Но из-за одного скримера вот этого, из-за которого сейчас, в принципе, включился случайно капслок, такое бывает, когда тебя сильно пугает, руки дергаются по клавиатуре. Поэтому я вам всегда предупреждаю и говорю, что не надо, ребятки, не надо жрать, не надо пить, не надо ничего делать во время просмотра страшных игр. Потому что я вот дернулся, у меня максимум, что случилось, это включился капслок. А у вас-то может чай пролиться, там что-то залиться, что-то сломаться, там сгореть, закипеть, и все, и получается, одно видео вам сломало жизнь. Это, конечно, наверное, очень плохо, если кому-то одно видео ломает жизнь. Но может быть и такое, понимаете? Давайте просто бежать. Просто бегу. Клоун с пипкой, ну да ладно, ну, это вот его такие лапы меня схватили. Ну, у клоуна, по-моему, были нормальные, обычные лапы в перчатках. Ничего страшного в них особо не было, а мы просто продолжаем бежать вперед. Из-за одного скримера делать настолько и такую игру, какие-то модели добавлять, какой-то лес. Хотя здесь, по сути, наверное, нет нихера, тем более, что все темно и ничего не видно. Но из-за этого добавлять, собственно, вообще в Steam игру, ну, даже и бесплатную, я ничего не говорю. Я этого, что хотите, я этого не понимаю. Ну, реально, ну, один скример на всю игру. Ну и все, ну и по пипкам там, пи-пи-пи-пи, и все, и вот и шорохи, и пипки, и все. Я, кстати, уже довольно далеко пробежал, а до сих пор ни одного шороха не слышал. Возможно, здесь играть на скорость. Почему нет? А, вот, пожалуйста, и пипка пришла. Ты у меня там не устал еще? По-моему, он отдышивается. Ну, побежали еще. Во, красный клен. Здесь я первый раз сказал ему, отстань от меня, падла, я лучше посмотрю на красный клен. Вот, вот, пожалуйста, вам и музыка пошла. Все нормально. Идем по старой схеме, значит, там нас схватят лапы. Так, отлично, это мы пришли, это мы прошли, это мы бежим туда. Мы бежим просто по тропинке. Где-то здесь должна летать летучая мышь. А, вон она, сука, стой! Обычная какая-то. Я думал, это мышь летучая, это какая-то ночная птичка. Есть всякое, да, какие-то ночные птицы там эти. А может быть, это маленькая горгулья, у нас же в Pioneer Drive летали горгули, только большие. А это, короче, их дети. И нас схватила точно большая горгулья, схватила нас за лицо.
и хотел нам предъявить по тому поводу, что какого хера ты не поиграл с моими детьми, сука? Они же видели, что ты в доме, и ты не мог выйти там покидать им палочку, что ли? Из-за этого она нас обиделась и убила, представляешь? О, опять этот, короче, звук начинается страшный. Я не знаю, я куда-то бегу, но сейчас, по идее, должна появиться какая-то церковь, колодец или что-то типа того. А потом должны появиться руки. Это все, на что способна эта игра, судя по всему. Да хватит вот шерстить, пойдем к кустам, да ну сколько можно? Я сегодня слово «хватит шерстить» уже сказал больше, чем на название самой игры. Ну и где эта церквушка? Я же только что ее видел, в конце-то концов. Ты где? Я же правильно бегу? Да всяк правильно, по дороге бегу и нормально. Опа, тупик. Или подожди, я как-то в другую часть побежал. Не-не-не, все правильно, я бегу туда, куда бежал в первый раз. Во, ну, отлично, да, замечательно, все хорошо. Туда пройти нельзя. Соответственно, вот, первая пипка была, ты понял? Первая пипка, отлично. Первая пипка была гораздо раньше, чем сейчас. Может быть, я сейчас дальше пробегу? Или так и будет? А, не, все, нормально, смотри. Сейчас будет этот чувак. Готовься. А, нет, смотри-ка, нихера себе, здорово. Опа, вот это да. Вот это на побежку пойдет, нормальный чувак. По ходу дела надо бежать. Давай побежим, в принципе, что проблема-то? Я бегу, ничего не слышу. Гамме овер. Не, ну вот такая вот игра. Я, если честно, расстроен по атмосфере, по держанию за яйца, по их сжиманию, по силе напряжения в районе жопы. Pine View Drive была просто в миллиарды раз страшнее. Там не было вот этих вот истинных скриберов, которые, в принципе, появляются на весь экран. Там были просто пробегающие кошки, там мышки и какая-то херобора. А здесь, собственно, ну, что, один скример на... По идее, мы пешком прошли, по-моему, там было что-то в районе минут 14-13. То есть пешком просто проходишь, полностью все исследуешь, 13 минут тебя убивает скример, и на этом заканчивается хоррор. Ну, такие вот дела. Короче говоря, ссылка на плейлист с самим Pine View Drive будет в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих хоррорах, я надеюсь, которые будут более жоподробящими, чем этот. А этот меня немножечко расстроил. Ну да ладно, поиграли. Всем пока. Раньше здесь был мат.